На 88-м квартале полным ходом идет строительство 4 котельных силами государственного предприятия «Донбасс-теплоэнерго». Идут активные работы, а именно заливается фундамент под установку котлов. Завести оборудование для монтажа планируется уже в середине июля текущего года. Ориентировочный ввод в эксплуатацию котельных намечен к отопительному сезону. Немаловажно, что именно платежи горловчан теплосети используются в качестве средств на строительство данных объектов. Выпускники 11 классов Горловки сегодня отправились в Донецк, чтобы получить медали за отличные достижения в области знаний. Администрация города и депутаты Народного совета организовали транспорт для 32 медалистов. Напутственное слово во взрослую жизнь, торжественное вручение золотых медалей выпускникам школ городов республики осуществили глава республики и министр образования ДНР. Данное мероприятие было организовано при поддержке Министерства образования и науки ДНР. В Горловке комендантский час во время проведения выпускных вечеров отменяться не будет. Стражи порядка напоминают, что к нарушителям применяется административное взыскание в виде задержания в территориальном отделе полиции до окончания срока действия комендантского часа или админарест на 15 суток в случае повторного нарушения. Напоминаем, комендантский час длится с 23 до 5 часов утра.